Твоя глава. Почему ты сразу согласилась приехать сюда? Сразу, потому что спорт – здоровый образ жизни. И если больше детей будет заниматься сейчас спортом, значит, это будет здоровая нация, это здоровые люди будут. Это будет стержень в жизни. И если вот такие девчонки и мальчишки поймут, я не говорю о спорте высоких достижений, я говорю о массовом спорте, потому что прежде всего это здоровье. Спасибо большое. А когда это будет показывать?